Всем привет. В общем, настал тот долгожданный момент, когда я стал обладателем водительского удостоверения. Легко? Ну, нелегко. Спасибо, конечно, за обучение в автошколе, хорошему инструктору, который мне попался. Но последние 2 месяца, после того, как я перестал кататься, это было, конечно, жесть. Нужно было что-то делать, где-то черпать информацию. Ну и, соответственно, на Ютубе я наткнулся на 2 очень интересных канала, которые популярно просто объясняют самые простые вещи. Вот. Ссылка на эти каналы будет в описании. В принципе, по ним я и готовился. Сдать получилось со 2-го раза. Сдал, у меня была только 1 ошибка из-за неуверенного вождения, потому что мне достался супер навороченный. Вот, значит, зашел просто для того, чтобы записаться на вторник. Тем не менее, в субботу я сдаю. В воскресенье пишет, что выходной, но на самом деле они почему-то работают. Странно, конечно. Вот. В понедельник я захожу, чтобы записаться в тетрадку, для того, чтобы потом взять талон, потому что через госуслуги можно записаться только через неделю. Ну и в конечном итоге мне там говорят, вы можете взять талон на сегодня, получить прямо сейчас. В течение 20 минут фотографируют, делают права, ну и как бы все. Можно ехать, оформлять страховку и пользоваться полноценно фьюжиком. В общем, как-то так. Такие вот дела.